Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики, подписчицы и случайные зрители. Если вы по какой-то причине еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь. В этом видео мы поговорим о том, как выводить метиленовый синий из аквариума. В данном аквариуме мы лечили рыбку от ихтиофтероза, и вода теперь, как вы можете наблюдать, очень-очень синяя. Что делать? Я вам покажу один легкий и простой способ. Что же мы будем использовать для того, чтобы вывести метиленовый синий? Это обычный самый простой, дешевый уголь активированный. Конечно, если у вас стоит внешний фильтр и если у вас есть уже уголь в нем, никакой проблемы не составляет. Если аквариум небольшой и у вас нет угля, нет такого фильтра, в котором есть несколько отсеков, куда можно его заложить, нет возможности, этот способ именно для таких людей. У меня внутренний фильтр и у меня нет отдельного угля на данный момент. Но на самом деле есть, просто я вам хочу показать именно альтернативный способ. Что нам нужно сделать? Нам в первую очередь необходимо вытащить все эти таблеточки. Вытащили наши таблеточки. Кстати, хотел сказать то, что я использую две упаковки. Каждая упаковка содержит 10 таблеток, то есть всего сейчас 20 таблеток. Это на 75 литров воды я сейчас буду использовать. Одна такая упаковка мне обошлась 11 рублей. Две упаковки, соответственно, 22 рубля. Посмотрим, какой будет от этого эффект. Данный фильтр, который у меня там стоит, это Fan 2. Я, соответственно, снял сам блок с фильтром. Саму помпу оставил в аквариуме, она нам не понадобится. Из этой помпочки, точнее из этого блока достаем губку из стакана, и в нее мы заложим как раз таки этот наш активированный уголь и немножко положим в саму кассету, в сам стакан точнее. Обязательно подпишитесь на наш канал. На самом деле не особо принципиально, как он будет там размещен. Самое главное, чтобы он там был. Каким образом все это будет работать? Вода будет фильтроваться через данную губку и, попадая в уголь, будет очищаться именно от света. То есть она будет становиться обесвеченной, потому что уголь будет весь метиленовый синий впитывать в себя. Теперь нам нужно поставить обратно стакан в помпу и включить фильтр. Вот и все. Поставили мы стакан в помпу. Теперь начинает фильтроваться вода. Прошло 5 дней с того момента, как мы запустили в данный фильтр Fan 2 активированный уголь, две упаковочки. Как вы сами можете видеть, цвет воды действительно поменялся. Конечно же, он не совсем еще прозрачный, он немножечко голубоватый, но тем не менее вода уже не такая синяя, как была изначально. О чем это говорит? То, что действительно этот метод работает. Я здесь не делал за эти 5 дней подмены воды вообще никакой. И, естественно, если угля будет больше,
Если фильтр будет еще мощнее, то вода к этому времени за 5 дней была бы уже намного-намного чище. Помимо этого, хочется сказать о том, что, как видите, рыбка чувствует себя хорошо, на нее никаким образом активированный уголь не повлиял. Рыбки активные, здоровые, и, соответственно, этот метод работает. На этом видео, в принципе, подошло к концу. Если у вас остались какие-то вопросы по такому методу использования активированного угля, обязательно пишите в комментариях. Если вам понравилось это видео, если вы считаете, что вы сможете применить его в своих аквариумах, обязательно ставьте палец вверх. А я на этом с вами прощаюсь и до встречи в новых видео. Всего вам доброго, до свидания. Wow.